Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале «Зарабатывай вместе». Сегодня я хочу показать очень интересный проект, проект «Партизан». Я склоняюсь к тому, что все-таки псевдо-партизан с таким маленьким дизайном, который предлагает нам неплохие условия для своего инвестирования, то есть для инвестирования в проект. Хочу сказать вам, что я на Hyplocks имею в личном кабинете, то есть вкладки. Этот проект я видел с самого начала, его старта практически. А работает он с 28, то есть взят здесь 29, работает с 28 октября, то есть работает уже 45 дней на сегодняшний день. И поставил его себе в папочку для заметок. Был только один план 0,8% на 15 дней, минимальный $10, там от 10 до 1000. Партнерская программа, как вы видите, 2.1, двухуровня. И что самое интересное, что все выплаты автоматически. Но это подробно мы уже просмотрим в кабинете. Для инвестирования у нас есть Perfect Money и Tron. Далее все технические характеристики вы видите. То есть есть SSL-защита. Ну, все довольно-таки неплохо. Есть он на форумах, есть обсуждения. По AlexaRank смотреть тоже статистика довольно неплохая. По стране Украины я бы сказал, что очень хорошая, хотя участников не очень-то и много. Админ свои обновления, новшества пишет прямо на агрегатах, на страничках. То есть все идет отлично. И новости тоже есть очень хорошие. Сейчас мы уже внутри все просмотрим. Отзывы практически все положительные. Как вы видите, блогов фактически нет. Но весь удар на мониторы. Но мониторы тоже по факту идут без страховок особых и без листов. То есть, как бы для партизана нормально, как для псевдо-партизана это вообще отлично. Давайте вернемся, значит, на сайт, на главный. Итак, что мы здесь видим? Мы здесь видим, есть русский язык, русифицировано, это понятно. Есть чат. В чат я вам покажу чуть-чуть позже. Ну, то есть, все есть. Регистрация. Вам нужно перейти на вкладку «Зарегистрироваться» и заполнить ваши данные. Здесь единственное отличие от большинства проектов, здесь есть контрольный вопрос и контрольный ответ. То есть, если там папа, контрольный ответ мама. Ну, не обязательно там папа, да. Принимаете условия и, в общем, регистрируйтесь. Все довольно просто. Что интересно в этом проекте, сейчас мы увидим на главный. Это то, что есть прозрачная статистика, сколько работает, сколько участников, сколько принято, сколько выплачено, сколько реинвестировано. И плюс, что интересно, даже есть участники, которые просто зашли без депозита, но они есть. И с левой стороны есть последние вклады. Вот даже есть я, это было недавно, 8 числа. Я в проекте с 8.11. То есть я пропустил практически месяц и очень об этом жалею. Так что совет для тех, кто хочет начать инвестировать, не бойтесь Нового года. Новый год это не конец света, ничего не заканчивается, все будет продолжаться далее. Ну, по крайней мере, я считаю так. Я вас ни в коем случае не призываю на инвестиции, я просто показываю тот продукт, куда я инвестирую и считаю, что он интересный. А он действительно интересный. Мало того, что здесь автоматические выплаты ваших начислений сразу вам на кошелек ваш, так здесь еще есть некоторые фишки, которые я вам покажу сейчас в процессе нашего обзора. Ну, также есть, видите, последние выплаты, да? Вот, значит, для инвестиций, повторюсь, у нас Tether Perfect Money, Tether на основе Трона, то есть TRC20, и все проходит, все платежи через Paycasso. Далее, как вы видите, есть регистрация компании. Вы ее можете проверить, перейдя по ссылочке, вы попадете на сайт gov.ua. И, в принципе, все увидите сами. Далее есть отзывы тоже на Trustpilot. Про автоматические выплаты конкретно вот прочитаете здесь. Но здесь не только это, здесь еще то, что ваш депозит, он отдается в конце срока. И он попадает вам на баланс, а уже с баланса вам надо вывести вручную. Эта выплата будет в режиме инстант. То есть вот так. Начисления по реферальным, начисления по депозиту автоматически, а выплата инстант. Значит, предлагает проект инвестировать сейчас, на данный момент, вот 6 декабря. 6 декабря добавили еще один план. Был только один. Значит, сейчас мы имеем два плана. Оптимальный. 0,8% в сутки. Срок работы 15 дней. Запомним, 15 календарных дней, не рабочих. От 10 до 1000 долларов. Возврат депозита в конце срока. Понятно. И золото. 0,9% в сутки. Срок работы 15 дней. Также начисление по календарных дням. Депозит от 100 до 1000. Возврат депозита в конце срока.
Все, друзья, здесь все понятно. Есть раздел «Факт», «Вопросы-ответы», прочитаете. Здесь минимальный вывод с перфекта 10 от 10 центов. То есть от 10 центов вам все прилетает на ваш кошелек. Вот, по тезеру немножко по-другому. Там идет выплата минимальная от $10. То есть, соответственно, не может оно вам прилетать на кошелек, потому что если 9% взять с 1000, это, то есть 0,9% в сутки взять с 1000, это получится всего лишь $9, то есть нужно подождать 2 сутки. Вот, давайте перейдем, я перейду в кабинет, я уже зарегистрированный, и посмотрим все, весь функцион. Друзья, вот мы находимся в кабинете, видите, да, у меня Perfect Money, $80 инвестировано, вот есть партнерский 50 центов, и первая фишка сразу. При реинвесте с увеличением вклада, минимальное увеличение на $10, вы будете получать кэшбэк в размере 5% от общей суммы реинвест. Прочитайте дальше пример. Пример, здесь все понятно. Я скажу в двух словах. Если вы инвестировали $100, ваш депозит отработал, то есть вы процент получили себе на кошелек автоматом, $100 вам вернулись в конце срока вам на баланс, вы хотите продолжить работу. Значит, что вам нужно сделать? Пополнить свой баланс минимум на $10 и можете инвестировать $110, и вы со $110 получите кэшбэк в размере 5% на свой кошелек. В общем, поняли, в кабинете здесь ваши данные. Далее раздел «Операции». Здесь этот раздел вам нужен для того, чтобы пополнить. Как я уже сказал, здесь депозит открывается в два этапа. Нужно сначала пополнить баланс, а потом выбрать свой депозит. Это будет в следующей вкладке. Какая здесь есть интересная функция? Ну, вывести понятно. Найдете обменять, функция обменять, потому как вот смотрите, если вы инвестировали в тронах, да, и вы не хотите там, ну, вы инвестировали, допустим, там 50 в тезерах, да, $50, но в тезер вы будете получать выплаты, то есть соответственно на криптовалютный кошелек в тронах, и вам они не будут прилетать автоматически, потому что недостаточная сумма. Что вы можете сделать? Обменять. Правильно, давайте я вам это покажу. Обменять, вот смотрите, с платежной системы выбираем. У меня есть троны 0,50, выбрали. Ну, прописываем сумму. Просит прописать, значит, прописываем. Прописываем через точечку, так. И на платежную комиссию, ой, на платежную систему выбираем. Что мы выбираем? Perfect Money. Сумма к получению 0,47 центов. Нажимаем создать, переходим ниже, подтвердить. И что мы видим? Статус выполнено. Переходим далее, смотрим далее. Вуаля, смотрим баланс 0,47 центов. Поняли, да? Оно у меня не стоит на выводе. Мне его что нужно сделать? О, смотрите, у меня вот операция начисления была в 15.38 начисления. Вот, видите? То есть у меня уже есть вывод. Сейчас мы посмотрим. Вот 64 цента у меня уже прилетело на кошелек. Вывод был сегодня в 15.38, сейчас 15.41. Давайте перейдем, посмотрим. Вот, друзья, видите, вот моя прилетела выплата. 12.12. Ну, Perfect Money немножко показывает другое время. Вот она, 0,64 цента. Вот прилетела вчера тоже 0,64 цента. То есть прилетает поэтому по перфекту в одно время, по серверу там у меня совсем в другое. То есть проект платит. И даже вот еще одно подтверждение, это свежая строка, поручен проект 0,64 с аккаунта такого-то, такого-то на аккаунт такой-то, такой-то. Отлично, все отлично. Сейчас мы еще проверим одну операцию. Вот у нас доступно 0,47. Теперь говорили, что выплата в инстант. На платежную систему выбираем Perfect Money USDT. Сумму вводим 0 через точку 47. И нажимаем создать. Вывод сохранено. Подтверждаем. Не забывайте чуть опуститься ниже и подтвердить. И написано выполнено. Переходим сразу в кошелечек. Смотрим. Раз, опускаемся ниже. Обновить страничку. Пожалуйста, вуаля, плюс 0,47 прилетело с сайта через PayKassu. Получен платеж с аккаунта на аккаунт, номер операции. То есть, ребят, вот почему я в него зашел, почему я его выбрал. Скажем так, партизанчик, мне кажется, очень интересный, довольно-таки интересный, тем более с функцией обмена. Так, красота. Вот и здесь пишется. Операция выполнена. Видите, сначала здесь начисление показывают, а потом, когда она выполнена.
То есть я думаю, что вы разобрались с этим. Далее депозиты. Ну, вкладка депозиты у меня здесь есть. Вот начисление 4 из 15, 8 декабря, так как я говорил. Открытый депозит, депозит активен. Это понятно. Платежные реквизиты. О, обязательно заполните свои кошельки. Даже если там, скажем, вы строго не инвестируете, у вас могут быть партнеры, все равно уведите свой ТРЦ-кошелек и также Perfect Money. Для того, потому что если не введете кошелек, забудете, выплаты не будет куда прилетать. Но она у вас останется на балансе, она не потеряется. Далее, тикет — это сообщение, если будут какие-то, не дай бог, проблемы. В поддержку, реф-система, здесь данные партнеров, электронные почты, что такое, я показывать вам не буду. Калькулятор. Калькулятор, здесь вы можете просчитать свою прибыль, тоже посмотрите, это не проблема. Ну и факт, вопросы, ответы, раздел, который нужно каждому, я считаю, что нужно читать, для того, чтобы он знал, куда он инвестирует свои деньги и что, как будет происходить с его вкладом. Ну и, соответственно, отзывы. Перейдете, почитайте, кому интересно. Я это все не показываю, потому что здесь просто прочитать, все разберете сами, ничего сложного нет. Вот, друзья, то есть все отлично, все ясно, понятно, вот, баланс у меня 80 введено, 2.56 начислено, 3.03 я уже вывел, благодаря тому, что я сделал обмен внутри системы и обменял свои троны на Perfect Money. Итак, друзья, я на этом буду заканчивать свое видео. Вы видели, я вам показал, проект рабочий, проект отличный. Мне все нравится. Пожалуйста, еще раз напоминаю, что я никого не призываю сюда инвестировать. Это чисто будет ваше решение. Канал создан для ознакомления с вот такой, скажем так, деятельностью, с таким видом инвестирования. Я вам просто показываю и рассказываю, как происходят дела в том или ином хайпе и сколько я инвестировал, что здесь происходит, то есть как вывести, как завести и всякие вот такие вот интересные фишки. Все, друзья, удачи!